вся сама, ты не одна. Всем привет! Привет, подписчики моего канала. Сегодня наконец настало время, я сварю многообещаемый мной борщ настоящий украинский по дореволюционному рецепту. Первый раз, в общем, мне попалась книжка дореволюционная 1870 какого-то года, я уже не помню точно. И там был рецепт. Я почитал рецепт и был удивлен тем, что там используется буряковый квас. Вернее, там писалось, что малоросы варят борщ, добавляют обязательно буряковый квас. Он есть практически у каждого. Но поскольку у нас нет возможности использовать такой квас буряковый, то можете добавить немножко в борщ, немножко кислых щей. Потом я дальше начал искать. И да, увидел, что действительно все рецепты дореволюционные малоросского борща, все обязательно содержали... то есть борщ варился на основе свекольного или бурякового кваса. Вот. И сегодня я приготовлю рецепт как бы обобщенный, то есть из разных рецептов. То есть какие-то там варились с одного вида мяса, какие-то были постные варианты борщей. Были вот один рецепт мне понравился, я аж из 3 видов мяса. Вот сегодня мы его будем варить. Вот. И обязательно, то есть в основу борща обязательно входил свекольный квас или буряковый квас. Обязательно добавлялся квас-сыровец, то есть или хлебный квас, вода, варился бульон. Понятно, что тот борщ, который мы будем сегодня варить, вряд ли такой борщ был по карману, скажем так, обычному там крестьянину из Полтавской губернии. Скорее всего, обычно люди простые варили, такой борщ, может быть, они варили там, но на какие-то особые, по особым случаям, на большие праздники, на какие-то торжества. А так, скорее всего, такой борщ был по карману, по нам. Вот. На панском столе, скорее всего, такой борщ часто присутствовал. А крестьяне же часто варили просто постный борщ. Заправляли его потом заправка на основе сала. Сегодня мы тоже будем ее делать. И борщ получался в любом случае даже постный, наваристый, вкусный. Но сегодня мы сварим борщ, в котором будет 3 вида мяса. То есть мы будем использовать там по рецепту целая курица. У меня кастрюля не сильно большая, поэтому я буду использовать цыпленка целого, потом бараньи ребрышки и говядина. Из говядины у меня сегодня ошеек. Обязательно будем использовать свекольный или буряковый квас. Кстати, насчет кваса, немножко кто смотрит мой канал и видел рецепт, как готовить такой квас буряковый. Один лайфхак. Поначалу у меня часто получалось так, что проходило время, там 2, 3, 4 недели, и квас начинал потихоньку становиться коричневым. То есть происходил процесс окисления, даже сама свекла в квасе, она тоже приобретала такой некрасивый коричневый цвет. Ну и сам квас тоже коричневый, выглядел не очень аппетитно, скажем так. Вот поэтому со временем я пришел к такому простому выводу, когда готовлю квас, нарезал свеклу, залил воды и добавляю туда где-то с 1/3 лимона, лимонный сок свежевыжатый, прям туда фреш добавляю. То есть лимонная кислота — это антиоксидант, поэтому квас после этого вот у меня никогда теперь не окисляется, не теряет цвет. И еще я стал делать, не ждать спонтанного брожения, а беру прям закваску GL, то есть мезофильную закваску для сыра, и добавляю прямо вот только приготовил как бы квасное сусло, сразу сверху на кончике ножа немножко мезофильной закваски, и все, брожение начинается буквально на следующий день, кисломолочное брожение, получается замечательный квасок на чистой культуре молочно-кислых бактерий. Также я сделал вот хороший бутылочку, осталось у меня хлебного кваса или сыровца, тоже кто не видел, можете посмотреть, вот сверху подсказочка, как делать хлебный квас вкусный. Тоже будем использовать при приготовлении борща. И будем использовать вот такой вот маленький цыпленочек, красивый, целиком. Бараньи ребрышки. И вот такой вот у меня ошеек из говядины, говяжий ошеек. Так, немножко пройдемся по ингредиентам. Значит, для приготовления настоящего малоросского борща, значит, нам понадобится, как я сказал, уже 3 вида мяса. Понадобится картофель, коренья. Из коренья у нас морковка, корень петрушки, корень сельдерея, пастернак, корень пастернака, свекла. Свекла, причем одна будет добавляться целиком в борщ. Потом мы ее вынем, а вторая будет резаться, используется на зажарку. капуста, сало, чеснок, зелень, лук, обязательно томатная паста или томатное пюре, у меня томатное пюре, и соль, лавровый лист, перец горошком. Вот такие ингредиенты, ну и вода. Итак, сейчас начнем готовить борщ. Первым делом поставим вариться бульон. Значит, бульон мы будем делать на основе, как я уже сказал, бурякового кваса, и сыровца и воды. У меня вот такая вот 4-литровая кастрюлька. Значит, на эту кастрюлю у нас пойдет 3 стакана бурякового кваса, 1 стакан сыровца, ну или хлебного кваса, и 12 стаканов воды. Итак, давайте приступим к приготовлению борща. Итак, дорогие мои друзья, прошел час. Наш борщичок настоялся. И настает время его попробовать. Значит так. Сейчас я вам покажу, как собирать борщ правильно. Значит, для того, чтобы правильно собрать борщ, сначала в миску мы кладем отваренный желток с одного яйца. Сюда же одну ложку, так вот, хорошо, щедрую такую сметаночки. И теперь сметанку и желточек нужно хорошо перетереть. Так, перетерли. Теперь сюда же добавляем жижи борщичка. Так. И все теперь хорошенечко перемешиваем. Теперь кладем в борщик немножко баранинки, немножко курочки, немножко говядину. Так вот. Все. Конечно, сметанки я щедро положил. Ничего. И теперь добавляем борщичок. Вот так. А теперь, друзья мои, в обязательном порядке берем вот такую горбушечку ржаного хлеба. Хлебушка, я ее подрумянил. Берем ножичек и наш прекрасный смалец. Вот так вот берем щедро и мажем на горбушечку. Хрустящую, замечательно. Вот так вот. Вот таким вот образом. Берем обязательно перчик остренький. И, конечно, какой же борщ без зеленого лучка. Лучок. Сам Бог велел в рюмочку домашней водочки. Так, ребята, ну что, будем пробовать, будем дегустировать. Так, кусаем хлебушек. Водочку борщичка. Следом сразу же холодную рюмочку. Закусываем лучком. Кусаем острый перчик. Обязательно. Какой перчик хороший. И набираем вот так вот с мяском. И борщом закусываем, друзья мои. Поверьте, это настолько вкусно, я вам даже не могу передать. Борщ, несмотря на то, что здесь все-таки квас, вы знаете, я опасался, что будет какой-то кисловатый привкус. Абсолютно ничего подобного. Борщ даже сладенький. Вот эта вся композиция, 3 вида мяса, буряковый квас, все вот эти вещи. Мне, конечно, дали, просто этот борщ раскрылся вообще новыми красками, заиграл. Такая насыщенная гамма, то есть вкус очень выразительный, очень яркий. Борщ очень-очень вкусный. Однозначно всем рекомендую готовить такой борщ. Пусть там не обязательно использовать 3 вида мяса, достаточно одного любого. Будь то курица, будь то говядина. Если кто-то любитель, можно баранину взять. Да и вообще можно без всякого мяса просто постный борщик сделать. Тоже будет очень супер. Супер вкусно. Обязательно вот эта штучка, заправочка вот эта вот, Смалец — это просто фантастика. Просто на хлебушек намазали, и ничего больше вам не надо. Ну что ж, друзья мои, а на этом я буду с вами прощаться. Я думаю, мой рецепт борща вам понравится. Попробуйте его обязательно приготовить. Это действительно очень-очень вкусно. Честно говоря, я не ожидал, что будет так вкусно. Думал, что будет что интересное, но на самом деле вкус превзошел все мои ожидания. Да, это привычный борщ, который привыкли мы все есть. Хороший, качественный борщ, но только с более выраженной, с более разнообразной палитрой вкусов. Более насыщенный, более... Даже не знаю, как вам передать. Ну, великолепный, великолепный борщ. Я очень доволен, скажу я вам. Все, ну на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Все, всем пока. Бай-бай.